Но тем не менее, значит, это интерактивный обмен информацией или сообщениями, как это более конкретно. Если это наложить на медиацию, то это не что иное, что повторное проговаривание каких-то проблем и позиций, абсолютно точно, вот проговаривание за оппонентом там или за одной из сторон, значит, это должно быть точным и это должно быть позитивным. Отсюда у нас возникает положительное такое понятие, как положительный рефрейминг, ну, есть в литературе, просто рефрейминг и положительный. Соответственно, задача медиатора здесь усложняется. Почему? Потому что, ну, на самом деле, когда две стороны у нас входят в состояние конфликтное, значит, первое что? Идут эмоции, да? А эмоции, они что за собой тянут? Тянут то, что фреймы, которыми обмениваются стороны, они у нас имеют негативный оттенок. И, естественно, человек начинает обвинять другого, там, упрекать его, претензии какие-то предъявлять, оскорбления могут быть и так далее. Поэтому вот в этой ситуации, конечно, быть сложно в большей степени, наверное, медиатору. Потому что вот это вот все негативное нужно переработать через себя, вот как бы пропустить и выдать то же самое, теми же, может быть, словами, да, но совершенно позитивно. Вот это, конечно, нужно уметь. Этому, может быть, надо тренироваться. И на самом деле от того, насколько способен медиатор это сделать грамотно, вот фактически от этого будет зависеть вообще быстрый исход или какой он там будет. Поэтому вот это вот основная задача медиатора, не просто перефразировать, а перефразировать так, чтобы оппонентами или участниками сторон это воспринималось совершенно по-другому. В принципе, вот это перефразирование, оно имеет несколько значений, но я хотела об этом позже сказать. Цели имеет много, ну, задач там и так далее. Основное это, конечно, как бы настроить сторонников на более позитивный лад, может быть, уйти с этой волны угроз, да? Конфронтации, и совершенно на новый уровень вывести, а уже потом какие-то общие принимать, может быть, выявлять какие-то решения, принимать эти решения, и которые бы были, ну, как бы взаимно выгодными, что ли. Исходя из интересов сторон. Да.